Всем привет, бонжур, хеллоу, вы смотрите крутые новости. Почему крутые? Да потому что не скучные. Специально для наших критиков. Типа у вас все так быстро, не успеваем понимать. Специально для вас, Володя, делаем программу медленно, обстоятельно и по буквам. Прямо не программу, а вот такую телегу. Инжойте. Доставайте ваш попкорн. А начнем эту программу по старшинству с рецепта жизни от Давида Фишермана, которому, внимание, 103 года. Эту дату Давид Исакович встретил в бодром здравии, красивом кителе и ворчаниях. Что я сделал плохого, что так долго живу? 103 года, а дедушка шутит и на память не жалуется. Все в норме. От ног и до мозгов. А самое главное, голову не терять. Ну и рецепт долголетия, вернее, правила жизни от Давида Фишермана. Первое – вести нормальный человеческий образ жизни. Именно человеческий. Не злоупотреблять. Много-много лет пью. Ну, чуть был моложе, я меньше злоупотреблял, может. А позже я по сей день регулярно 100 грамм красного, только красного вина. Родился Давид в Киеве. Трехлетним встретил революцию и все ужасы тех лет. Банды Махно, репрессии. Самолично видел Котовского и прямо из армии ушел на фронт Великой Отечественной. Служил в танковых войсках. Прошел всю войну без единого ранения. Но имеет 2 ордена Красной Звезды и 2 Отечественной войны за мужество. Вот история одного ордена. Оборона Северного Кавказа и бои за город Грозный. А один кричит: товарищ командир, товарищ командир. Я говорю: что такое? Командира танка нет. А вы говорите: противник идет. Я говорю: а как нет? Где же он? Ну, вышел туда-сюда, где-то крутится. Ну, я уже не мог допустить такой момент, начать война человека, танк стоит мертвым. И я вместо этого командира танка, он даже был командиром взвода, и все, управление, боевые действия я взял на себя. В том бою Давид заменил командира и подбил 3 танка. А сегодня с невероятным днем его рождения поздравляют активисты русского мира и приглашают на 9 мая. Поздравляем, Давид, тебя с этим днем рождения. Желаем тебе встретиться в следующем году и отметить здесь же 104 года. Ура! Ура! Будем поздравлять, будем чествовать, будем вручать цветы. И после этого они в колонне, в автоколонне, а мы пешей колонне пойдем на шествие. Их заберут из дома на автомобилях комфортабельных и также домой вернут. Чтобы они проехали в колонне, во главе колонны. Пока мы пройдем колонной от начального до конечного пункта, люди, которые будут смотреть нашу колонну, будут смотреть наш бессмертный полк, услышат всю хронику войны от 41 до 45 года. Не единственная радость, что в далеком 1914 году счастливый дедушка родился. Еще на неделе Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе! Христос воскрес! Воистину воскресе! Христос воскрес! Воистину воскресе! С чем мы вас и поздравляем, а чем нравится Монреаль, что все праздники вместе, сообща. Пасха и Наурыз в одном флаконе. Это ли не прекрасно? Мы ли не образчик дружбы и толерантности? Казахстанская диаспора с большим гостеприимством отметила Наурыз. Справедливо бы назвать это праздником дружбы, ведь и татары танцевали, и уйгуры пели, украинки помогали, и все 15 сестер по списку. Считаю, что прекрасно. Здесь сидят все национальности, вспоминаются, как в Советском Союзе мы праздновали все праздники вместе. Так же ведь было. Поэтому все хорошо, мне кажется, весело. Еще не трапезничали, сейчас начнем. Салям, бонжур, хеллоу! Мы выступим с нашими татарскими и башкирскими танцами, с
татарскими песнями, приготовили национальное татарское блюдо, чак-чак национальный, принесли ошпашмаки, принесли беляши. Праздник Наурыз и Пасха получился один на всех. А вот историю рассказал консул из Оттавы. Само слово «Наурыз» происходит от иранского, берет он истоки от иранского языка, означает «новый день». Наурыз, да, новый день. В Казахстане он отмечается как праздник весны, наступление весны. Вот март, день весеннего равноденствия. И, соответственно, это по казахским древним, получается, традициям, это наступление и Нового года. То есть наши предки больше ориентировались не сколько на календарь, а сколько на природу. Жили в гармонии с природой. После зимы встречаются, празднуют вместе, делятся всем, что у них есть. Хлебом, солью, всеми продуктами. То есть, и, как говорится, всегда должен быть большой, богатый дастархан, чтобы было, как сказать, чтобы год был счастливым, в достатке, вот, сытным. Сытными – это точно. Конкурсные блюда все прибывали, а тут было все. И крашеные яйца, и плов узбекский, и овощи корейские, и манты с пельменями, а уж сладостей три стола, и во главе татарский чак-чак. И пока все завидовали работе кулинарного жюри... Разделились мнения, если честно. А это что такое? Это плов. Я так поняла, что плов. Дети, у кого руки не заняты вилкой, с невероятным рвением раскатывали тесто на бешбармак. И, конечно, как без главных национальных блюд Наурыз, всем известный бешбармак и напиток Наурыз-каже. Наурыз готовится блюдо из 7 ингредиентов. Обязательно. Туда входит обязательно вода, соль, молочные продукты и бобовые, то есть перловка, может быть, рис. Обязательные ингредиенты, это должно быть 7 штук. Все это вкусное веселье длилось до вечера. Говорят, были и бои, и прочие народные забавы, но нас ждал татарский театр, а ног всего 2. Кстати, в кулинарном конкурсе победили пельмени от Зайнаб с уникальным мясным соусом. А сейчас скажу непонятно. Беренши спектакль татар театрының узып китті. Состоялся первый татарский театр. А театр, как известно, на всех языках театр. Спасибо древним грекам. Татарская община в канун Пасхи, ну так совпало, давала спектакль. Первый татарский театр 1906 года решили повторить. О нем же и представление. Старая татарская пьеса, как бы, который написал Галиаскар Камал, наш драматург татарский. Мы решили немного разбавить наши стандартные мероприятия и провести вот что-то такое необычное. И все согласились, вот играем в театр. Постановку ни разу не смотрела, но мы читали по ролям. Я даже читала одну из ролей этой постановки, так что я знаю, о чем речь. Да, я буду играть дочку богатого человека, из-за этого у меня такие украшения. Те же самые проблемы и в том веке то же самое было, потому что там девушка не знает, что одеть, и она думает, это платье одеть, то одеть. Одевать вечно нечего. По-моему, это проблема сейчас то же самое. Театралов собралось немало. Вначале экскурс в историю о великих просвещенцах и о вкладе в историю и культуру татарского народа. Ну и сам спектакль, конечно, был на родном татарском языке. Сохранение языка и традиций в мультикультурном мире – вопрос непраздный. Поэтому особенно зрителей порадовали дети, которые кроме 2 канадских и русского языков читали стихи на татарском. А теперь сенсация, разрывающая мозг. Адекватный парень Джон Голдман решил пройти пешком от Монреаля до Ванкувера. Смотрите подробности. Здравствуйте, друзья. Сегодня мне бы хотелось представить нашего героя. Зовут его Джон Голдман. И этот человек, который решил пойти далеко. Всем привет. Монреаль, Канада. Ждите меня. Женя, вот накануне подвига ты бы не мог рассказать, что, зачем, откуда пришла такая идея? Решение непростое, но прошу не называть это подвигом. Подвиг будет, когда я сделаю это и дойду до Ванкувера, от Монреаля. Это 5500 километров. Расстояние по времени займет порядка 8-9 месяцев.
И акция, которую я хочу возглавить и хочу донести людям, и под названием, которая будет под названием «Never give up», то есть на русский, по-русски это «Никогда не сдавайся». Чтобы показать людям пример, прежде всего, конечно, это себе, доказать, что я могу физически это все осилить, что физические свойства человека невероятно скрыты, ну и донести людям те, которые оказались в подобной ситуации, и не только, которые много жалуются на жизнь, и быть примером. Скорее всего, прежде всего это для себя. Я долго готовился, сомневался, но я его принял. А пришел я к нему по той причине, что я имел не очень хороший эпизод в своей жизни. 17 апреля прошлого года я попал в аварию, в автокатастрофу, после которой оказался в больнице города Монреаль Сан-Крикер. Я заставил себя встать, я поменял профессию, которая опять помогла мне физически окрепнуть. Я стал стричь людей, делать удивительные прически для себя. Понял, что тем, чем я раньше занимался, 15 лет работая в снабжении, это не мое. Ну, а ты уже знаешь, то есть ты уже знаешь свой маршрут, или ты будешь идти там по трассам, нет, через леса, по лесам, по долам? То есть какой-то есть уже план? Ну, леса, дола, я думаю, что будут встречаться в моей жизни, безусловно. Но избежание риска я избрал дорогу, которая параллельно тем хайвеям, которые пролегают вдоль Канады, начиная от Монреаля. А также я имел встречу с удивительно замечательным человеком, который поведал мне много секретов и поделился своим опытом. Его зовут Жан Бельвю. Это человек, который ушел в 2001 году из Монреаля, обошел 64 страны мира, обошел всю планету, все континенты. Провел, да, за это время заняло у него 11 лет. Я далеко не героический персонаж, есть люди, которые достигли более высоких вершин, но в моей ситуации, в моем случае, я поставил перед собой цель пройти Канаду. А как ты с ним познакомился? До принятия решения я стал интересоваться, спасибо интернету, соцсетям, я стал интересоваться, существуют ли люди, которые прошли, сделали для себя этот путь и осилили это. И я увидел информацию об этом человеке, стал искать, копать. Зашел на его официальный сайт и стал писать этому человеку письма для того, чтобы встретиться. Объяснил ему, что я планирую 17 апреля 2018 года пойти, что эта акция будет приурочена под названием «Never give up», для того, чтобы показать людям, что человеческие возможности сдаваться никогда нельзя. Да, у меня есть от него его автограф личный. Я храню его и хочу взять с собой. С людям показываю тоже, что есть, существуют такие люди. Можешь посмотреть, Вадиль. Это человек. Для меня он легенда. Да, действительно, легендарный человек, который смог обойти пешком такое большое количество стран, мест. Реально, получается, представляешь дорогу, то есть у тебя есть уже какая-то карта или есть уже точный маршрут, по которому ты пойдешь? Мы обсудили с Жаном мой путь. Он мне предложил воспользоваться его опытом. Я имею отмеченный на картах мой маршрут, а имею также города, по которым я буду идти. Это порядка 65 крупных и мелких городов. Это надо было пройти все провинции: Квебек, Онтарио, Виннипег, Саскачеван, Британская Колумбия, это же будет в конце, Ванкувер. Перед Британской Колумбией это будет Калгари. Но... И много разных людей, которые будут встречаться мне по пути. Почему я и назвал свою страницу в Фейсбуке Golden People Canada, это чтобы не показать, какие они снаружи, а увидеть и показать этих людей, какие они внутри. А сколько километров ты планируешь пройти в этом пути? Сколько в день ты будешь проходить?
Значит, для того, чтобы достичь цели 5500 километров, я должен ориентироваться, дисциплинировать себя на 35-40 километров в день. То есть это займет, по моим подсчетам, 8-9 месяцев для достижения этой цели. Ну, а у тебя есть уже какой-то план, то есть где ты будешь ночевать или будешь стучаться в первую попавшуюся дверь? Существуют разные приемы, которые, опять-таки, поведал мне этот человек. Во-первых, на пути будет встречаться первое, что я хочу, конечно, заходить в салоны красоты, предлагать свои услуги, чтобы, опять-таки, смочь пропитать, дать себе возможность пропитаться и позволить... Все же мы зависим, к сожалению, от денег мы зависим. Финансовая сторона здесь неотъемлемая часть существования человека в нашем мире. Вот, салоны красоты, хочу увидеть разные техники, которые используют те или иные мастера, которые будут мне встречаться по моему пути. Но и опять-таки существует масса приемов, где бы я смог остаться. Это все в моих руках. Ну, а можешь рассказать, какие это приемы? Первое, на что я надеюсь, это, конечно, сеть салонов, которые будут встречаться у меня на пути. Церкви. Это что мне поведал Жан Бельвю. Пожарные участки, полицейские участки и дома для людей, которые нуждаются в месте, где бы можно было переночевать. Ну, а также у меня есть моя любимая дорогая палатка, которая будет сопровождать меня по моему пути все это время. У тебя есть уже какой-то опыт, ты умеешь ставить палатки, школьные походы, игра «Зорница». Не, ну, безусловно, мы все выходцы из Советского Союза, все мы имели опыт зорниц, походов пионерских октябрятами, выходили за территорию наших школ. Существует опыт, но не богатый, но все в наших руках. Я не вижу смысла бояться. Страх – это самая большая наша проблема, которая нас останавливает. Вот я могу себе легко представить такую ситуацию, когда, ну, условно говоря, ночь, ты совершенно один, твоя батарейка на телефоне села, и что ты тогда будешь делать? Как ты будешь выживать? Ну, я об этом, безусловно, думал и думаю, продолжаю планировать мою реакцию в подобных ситуациях. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что мы не на таком уж диком западе, здесь медведи-грызли отсутствуют, но тем не менее существует мир животных, которые могут быть агрессивными в силу голода, это после зимний период, безусловно, надо относиться к этому с опасением и предугадывать подобные ситуации. То есть, ну, для этого существуют отпугивающие средства, которые я приобрел. Это не проблема в наше время. Ну, естественно, не показывать свою боязнь. Это отпугивающие средства в виде звуковых элементов. Службы государственные в курсе. Но это Facebook, отслеживайте, и у меня будет телефон всегда с собой. Я не знаю, это мое маршруте, который я им указал, показал, и они имеют представление, где я могу находиться в тот или иной момент. А что ты еще берешь с собой в дорогу, в путь? Я практически приготовил все вещи, которые я буду брать с собой. Перечислять это будет очень долго, но я отмечу самые основные. В пути меня будут сопровождать специальное приспособление, которое используется для провоза детей, которые цепляются за велосипед. Это шариот хорошего качества. Я долго выбирал, смотрел. Но опять-таки палатка, слип-бэк, матрас надувной. Сейчас земля же у нас не прогрета, поэтому я предусмотрел этот тоже вариант. Ну, часть одежды, запасная обувь сменная и протекшн против дождя. Угу. Много разных вещей, ну, то есть о которых не стоит зацикливаться, но я отметил все основные вещи, которые я с собой приготовил в этот путь. Шерстяные вещи тоже? Ну, теплые вещи, да. Теплые вещи со мной всегда тоже. Я взял комплект теплых вещей, шерстяных. Ну,
силу того, что я отправляюсь в путь в апреле, это весна, которая у нас очень короткая. До сих пор не начнется потом... никак. Я надеюсь, с моим отправлением придется таки лето уже больше. Сразу же в Монреале, всю Канаду, которая будет опоясана, всю центральную Канаду. Хорошо. Ну, то есть можно так сказать, что ногу в Атлантическом ты уже окунул, свою ногу в Атлантическом океане окунул, и теперь окунешь ее в Тихом. То есть, когда ты прибудешь в Ванкувер, как ты будешь возвращаться, как ты планируешь? Ну, во-первых, сказать очень сложно, когда я прибуду. Есть только прогнозы. 8-9 месяцев, я повторяюсь еще раз. Следите за информацией в Фейсбуке на моей личной странице, которую я завел для этого проекта, которая будет называться Golden People Canada. Ставьте лайки, распространяйте информацию. Уверен, что путь, пройденный со мной, будет для вас интересен. Но в конце пути, при достижении моей цели, да, безусловно, я планирую вернуться на самолете сюда, в Монреаль. И в добрый путь снова вернуться к обыденным делам. Утром на работу, вечером домой. В конце месяца заплатить по всем счетам. Мы желаем тебе счастливого пути, чтобы твой путь прошел благополучно, хорошо, чтобы ты получил от него большое количество удовольствия, и все твои планы обязательно свершились. Большое спасибо, ребята. Вы делаете огромное доброе дело для людей. Смотрите, привет, бонжур, хеллоу. Эти ребята замечательные профессионалы. Они делают для вас сумасшедшие интересные передачи. Молодец, спасибо. Спасибо, Джон. Апрель выдался такой бодрый на события, а погода как никогда паршивая. Ничего, ребята, держимся, работаем, подписываемся, если вам нравится наш труд. Присылайте копеечки через бизнес-визитку. Нам очень важно купить хорошую камеру. Все будет хорошо, будет и у нас солнечное утро. А пока, до новых встреч. Всего доброго, пишите и звоните. Пока-пока.